Добро пожаловать в солнечный Лос-Сантос. С вами снова Роман. И этим видеороликом я открываю серию видео, которые будут посвящены заданиям по особому транспорту, которые доступны для организаций. Я сейчас нахожусь в офисе своей компании, Romans Company, и будем брать задания на доставку особого транспорта. Сперва отвечу на вопрос, зачем вообще это нужно, для чего это делать. Ну, во-первых, это является довольно-таки неплохим способом заработать деньги, выполняя эти задания по доставке особого транспорта. Особенно это актуально в период, когда действуют акции, двойные выплаты, то есть двойное увеличение получаемого опыта и денег за выполнение этих заданий. Итак, особый транспорт. Да, и вторая возможность – это покупка определенного вида транспорта. Ну вот, выполняя задание, например, вот на рэмп-багги, пройдя это задание, вот этот вот самый автомобиль станет доступен по оптовой цене. Варсток делает скидку, и вот эти вот автомобили можно будет покупать не по розничным ценам, а по оптовым ценам. Да, и еще третий момент есть, это, конечно же, тест-драйв. Вы знаете, что нельзя перед покупкой провести тест-драйв, то есть вы сперва покупаете, а потом только садитесь и смотрите, подходит вам эта машина или нет. Так вот, проходя вот эти задания особого транспорта, вы таким образом проходите некий тест-драйв этого транспорта. Давайте зайдем. Я вам продемонстрирую это наглядно. Warstock Cash and Carry. Здесь продается вот эта вот техника. Ну вот видите, например, вот этот самый багги. Вот его цена. Дальше. Вот, например, вот такой грузовичок. Видите, здесь цена двойная. То есть, ну вот, оптовая цена и розничная цена. Оптовая цена будет мне доступна только после того, как я пройду задание особого транспорта вот по этому автомобилю. То есть вот это второй пункт, зачем все это нужно покупать по оптовым ценам. Ну и тест-драйв. То есть, пройдя вот эти вот задания, например, вот Blazer Aqua, что это за такой вот автомобильчик, нужен он, не нужен, как он себя ведет, тест-драйва здесь нет, а вот пройдя задание, вы будете знать, что это за такой вот Blaze Aqua и нужен он вам или нет. Вы скажете, ну можно же проходить каскадерские гонки, там это все есть. Ну, есть, но не на весь транспорт, который предоставляет Warstock. Поэтому вот эти вот задания здесь и актуальны, чтобы провести некий тест-драйв. Итак, сегодняшнее видео начнем с первого задания. Первое задание — это рэмп багги. Secure Serve. Нужно срочно вытащить клиентов из щекотливой ситуации. Значит, нужно забрать специальные багги и приготовиться расчищать дорогу беглецам. Начнем сегодня вот с этого задания. Итак, особый транспорт. Задание с рэмп багги. Итак, прикрытие побега. Значит, нам нужно добраться, сесть в транспорт Secure Serve. Ну, суть задания будет следующая. Один человек, значит, будет ехать, а остальные с помощью багги очищать дорогу от сил правопорядка, от копов. Радио выключаю, оно включается. Что из себя представляют эти самые багги? Да, нам, походу, какой-то игрок включает радио. Так, полетели. Но мы будем приземляться аккуратно.
баги. Давай аккуратно приземлю. Ну уж как приземлю. Один садится в транспорт, остальные в баги. Ну, так как я буду тестировать эти самые баги, то, соответственно, я сяду в один из таких баги. Возле стоит транспорт, но, как я сказал, я поеду не на нем, а я поеду на баги. Пусть кто-нибудь один садится и едет на этом транспорте. А наша задача очищать дорогу от копов. Вот вы видите, он так устроен, у него как бы такое вот устройство. Ну, вот сейчас сами увидите, как это все работает. Погнали. Так, вид от первого лица. Ну тут мало что видно. Поэтому будем ехать вот так вот. Для чего он вообще нужен? Ну, смотрите сами. Подъезжаем к машинке. Опа, и машинка улетает. Опа. Вот так вот можно очищать дорогу. Так, ну, моя задача ехать впереди, очищать дорогу тому самому парню, который едет на основной машине. Поэтому сейчас он, конечно, его будет догнать. Но там перед ним уже один из наших багги едет, очищает дорогу. Поэтому без проблем. Но будут копы впереди. Будут впереди копы. Будут стоять заградительные кордоны. Добраться до хранилища. Ага, ну вот уже и звезды начали появляться. Полицейские. Ну вот видите, вот так вот все это летает. Вот такой вот баги. Вот так вот. Все это улетает. Ну, бронирования никакого. Так. Мне нужно заехать. Сюда. Сюда нужно заехать. От меня стреляют. Хам-хам, а я еду. Все. Но это еще не все, ребята. Это еще не конец. Вот мы сажаем вот эту команду. Ну, что-то наподобие ограбления, да? Подъехали копы. Ну все, а теперь нам нужно очищать дорогу. Вот этой вот машине. Где там сели, они не сели. Садят вон. За рулем там сидит игрок Пипа. Все, погнали. Мы как бы прикрываем. Подбрасываем. Опа. Как бы наша задача заключается в том, чтобы прикрывать. Так, куда он только поедет, по какой дороге? Да, урон-то по мне проходит. Ну вот с помощью багги мы очищаем дорогу. Видите, как он летает. Так, наш товарищ что-то решил путь срезать. Ну вот видите, тут как бы непонятно, как он едет. Но он сейчас все равно будет на шоссе на западное выезжать. Любовь. Дождемся. Ну, по-любому этой дорогой поедем. Ага, вот. Ну вот, все, теперь едем, мы дорогу чистим. Он в столб улетел. Ну, вот задача багги, видите, вот так вот очищать дорогу. Так, едет наш товарищ, да, вот в машине. А мы им будем дорогу чистить. Вот эту вот всю
шушеру будем отбрасывать. Вот второй присоединяет. Где третий, не знаю. Ну как-то он что-то не особо гонит. Врезается он, видите. Ну давай уж догоняй нас, да. Будем ехать вместе. Отстал. Скорость у него, конечно, что-то какая-то не очень. Копы улетают. На встречку выехали. Снова кордон. Тут задача вот спасти этих людей. Ну а мы просто как бы на баге защищаем дорогу. Пока тут я один только. Один наш товарищ просто вперед выехал, другой здесь сзади. Вот я только один тут еду впереди. Снова кордон, сейчас почистим. А нет, разъехались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, врезался. Ну-ка, вот это вот надо убрать. Мы едем. Так, переигрываем. Другая команда. Ну вот я как обычно впереди веду этот джип. Моя задача защищать дорогу. Это таких вот мотоциклистов летел. Так, вон здесь копы. Вот так надо очищать дорогу. Тихо-тихо, джипарь, ты меня не обгоняй, я ж тебе дорогу чищу. Ну вот такой вот баги, ребята, видите, как грамотно сделал. Но он как бы для этого и нужен. Вот так вот дорогу защищать, вот так вот коп. Они все улетали. Этот коп даже прятался. Ну он летает. Так, где он? Что, что-то джип отстает. Подождем его. В правом нижнем углу время идет, тут как бы надо еще успеть вовремя. И сохранность джипа. Полоса. То есть он долбаться не должен. Так, что-то он опять отстал. Где он? Есть. Он там копы стоят, кордон. Будем его убивать. Пока все нормально идет. По правой полосе едем. Скорость, конечно, у этого баги поприличная. Ну все, мы почти доехали. После туннеля сейчас поворот налево. Ну вот такой тест-драйв этого самого баги. После этого задания он и станет доступным. По оптовой цене. Ну я это задание уже проходил, поэтому как бы уже не доступно. Все, задание успешно выполнено. Люди спасены, уезжают на катере.